Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня буду рассказывать, ну и покажу об... Ну, и посмотрел, программа вроде неплохая. Эмулятор на Android и все остальное. Nox Player. Посмотрел, как бы довольно она популярная. Отзывы очень шикарные. Ну и она... Без интернета даже можно, я пробовал, вот как-то без интернета работает она. А сейчас наглядно просто покажу. Сейчас она у меня, она ничем не отличается. Да, забыл сказать, чему я веду. Она прототипная, просто надо будет ее загрузить на флешку. И вуаля, работает. И в принципе... Не старайтесь искать, ее нету, по крайней мере. А портативная, она около 3 гигу весит, чтобы лажу не гнать. Сейчас объясню, где она находится. Так. Сейчас мы ее найдем. Где-то она есть. У меня целая куча здесь программ портативных. Так, видите, как раз загрузилась она. Вот она. 3.17. Добавилась. Вот перегружаем. Я еще раз говорю, она ничем не отличается. Сразу говорю, она мусорит. Так, что еще? Сейчас она проверится, поставится. Тут сами уже будет свое подключать дело. Вот так вот. Так, что нам надо? Арки. Так, ладно. Сейчас пока ничего не буду делать. Так. Вот они у нас все есть. Все стоит. Все работает. Сейчас посмотрим браузер у нас. Так, ну вот он. Еще раз говорю, сейчас интернета нет у меня. Скачивать невозможно. Так как, видите, идет у нас... Надо регистрироваться, ну, все, чтобы это скачивать можно было. Так. Сейчас. О, вот он, плеер загружается. Да. У меня тем более мобильный интернет еще. Так. Не надо мне ничего. Вот оно. Вы видите, работает, но скачивать вы сейчас и не скачать-то. То, что нет аккаунта. Вот. Ну, в принципе-то, по идее, все, что я хотел сказать вам. Она портативная. Так, в принципе, все рабочее. Сейчас посмотрим, давайте ярк поставим какую-нибудь. Ну вот он. Можете протестировать ваши телефоны, смотреть андроиды. Вот здесь смотрим. За root, при старте, все остальное. Здесь очистка. Если вы в чужом компьютере где-то работаете или еще что-нибудь,
очистку делаете, стираете все подряд. Запускаем, снимаем. Ничего не надо нам. Ну и настройки, сканирование, ну и все прибамбасы. В принципе, как-то так. Двойной, так. Удаляем. Ну, в принципе, то же самое, как на простом телефоне. Мы здесь смотрим. Здесь настраиваем то, что нам надо, что не надо. Так, ладно, здесь на компьютере ИСК уходим. Так. Что я делал-то? Так, закрыть эмулятора. Так, теперь он везде закрыт, эмулятор, смотрим. Все, он закрытый. Крыл Alt Del, смотрим процессоры. Так, смотрим, что у нас есть. Так, ну это мне надо было раньше еще убрать, он мешает. Тоже. Ну здесь в принципе нету. Так, делаем, заходим. Смотрим, здесь ее нету. Так. Вот это сколько она весит? 100. Ну, видите, как все равно. Я удаляю только это. Мало ли, они как-то процессоры все равно запущены. Так, теперь закон пользователей. У вас может свое. Здесь прямо сюда тоже скидываем. И вот эти две папки больше не трогайте. Android и Donald не надо. Ну, на всякий случай посмотрите. Так. Ага. Так. Локал. Вот эти две папки хлобысь. Удаляем. Так, если кто темп не знает, не удаляйте. Это ползикан, что у меня запись идет. Так, рокеры гоняют, блин. Так, вот эти я две сделал, да? Да. Ну и на всякий случай здесь гляньте. Здесь у меня ничего нет. Так. Удаляем, окей. Выходим, все, ваш компьютер чистенький. В принципе, все. Еще раз говорю, не старайтесь искать в интернете. В интернете ее нет, сразу говорю. Задумка не моя. Она есть где-то 6-я версия, но она не рабочая. Сразу говорю, она 32-я, не рабочая и как бы недоработанная. Так, что еще? В принципе, все. Можете писать мне на почту. В Ютубе можете написать. И есть разработчики. Если давайте делать какие-то пожелания, я могу отправить. Будете дорабатывать эту систему, чтобы было полегче вырезать, ну и все остальное. Все, что я мог сделать, это прототип. Но еще раз говорю, не ищите, ее нигде нету. Он только у меня. И видео единственное. Единственная ссылка видео и фотографии есть. И объяснять только в Одноклассниках, больше нету нигде. Еще раз говорю, только по ссылке. Я уже одну программу выкинул, Pinnacle 22. Там уже молотят, что они ее распаковали, сами все добавили. Петушье гребаное. Ладно, всем спасибо, до свидания.